Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет онлайн-гадание интересное на Таро Тысячу и Одной Ночи на такую тему. Какие эмоции вы сегодня вызываете у загаданного человека? У нас с вами будет 6 позиций по одной карте. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные. Запись идет не на месяцы вперед. Сейчас идет запись на 4-5 июня. Поэтому спешите. Пишите мне в Viber, WhatsApp, личное сообщение ВКонтакте. Также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации. И цены. Мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте, диагностика, сканирование целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой инстаграм. Там каждый день есть новые онлайн-гадания. Обязательно присоединяйтесь и пишите. Приглашаю вас на ритуалы. Это чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от луны не зависят. Также ритуалы на финансы, на здоровье, на отношения. Очень много ритуалов. Это привороты, отвороты отсушки, рассорки, отворот соперницы, тоска. Гармонизация отношений, многое другое. Все это делается только после диагностики. Ритуалы на избавление от зависимостей это ритуалы на похудение, избавление от наркотической, алкогольной зависимости, от курения все это делается только с желания человека. Есть черномагические ритуалы очень сильные, которые могут насильно заставить человека бросить пить. То есть нужно идти. Ну, там, так скажем, камень преткновения, почему этот человек выпивает, но э, это ритуалы опасные, то есть опасные и для самого человека и для того, кто их заказывает, поэтому это все решается, опять же, только после диагностики. Заказывайте талисманы из янтаря и другого камня, заказывайте э, славянские амулеты. Заряжаю я их на любую цель. То есть вы мне говорите цель, высылаете свою фотографию, имя, дату рождения, свой домашний адрес с индексом, фамилию, имя, отчество получателя, оплачиваете талисман и по почте России этот талисман вам высылается. Стоимость пересылки уже входит в стоимость талисмана. Ну, так же, как и зарядки, его себестоимость. Да? Итак, перед вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 позиции. Какие эмоции вы сегодня вызываете у загадного человека? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию, мы здесь видим карту Король Пентаклей. Посмотрите, какие красивые это карты. Таро тысяча и одной ночи. Очень красивые. И здесь мы понимаем, что Король Пентаклей, он такой, ну, судя по всему, хозяин жизни. Это человек, у которого по сути все есть, и э, кто является главным, а остальные ему как бы прислуживают, прислушивают, прислушиваются к нему. Э, он может повелевать над другими, да. Этот человек серьезно настроен для того, чтобы оказывать покровительство. Он спокойный, он уверенный в себе. И, естественно, э, это как бы человек, может быть, даже богатый. Либо этот человек, допустим, играющий роль главы семьи. Да. Эмоции вы какой вызываете эмоцию у человека? Ну, во-первых, такое, что как отцовские чувства. Да? То есть человек может вас по этой карте любить, но понимать, что вы неразумное дитя, или просто, допустим, отличать сильно мужчину и женщину друг от друга человек может. И вот в этом плане, ну, как бы так считать, что вот она же может поступать там неразумно, да, но я это все понимаю. То есть у него есть понимание к вам, что вы можете поступать каким-то таким образом, что по своей импульсивности или наивности, невинности но при этом человек как бы понимает, да, вот это случилось, да, поступил там, поступило так и так, но я это все понимаю. Также карта говорит о серьезных намерениях, о том, что человек готов играть роль мужа в будущем вашего. Вот. Если гадает мужчина на женщину и выпадает король Пентакли, то эта женщина может быть замужем. А замужем за человеком, который действительно, ну, как бы такой крепкий человек да, в браке которого так просто вы за поезд и не заткнете, потому что в нем можно быть уверенным, потому что вот это надежный человек, который заинтересован в этих отношениях. Эмоции положительные по этой карте, в любом случае положительные, что мужчина, когда гадает, что женщина. Но у мужчины здесь выходит конкурент, а у женщины выходит любящий, заботливый, вот именно с такими прям отцовскими покровительскими чувствами мужчина. Он знает, что Женщина как будто бы немножко ниже его. Но это его не делает тираном. Он знает, что даже не обязательно кричать, да, ему будут все поклоняться, так скажем, в доме. Но это авторитет-то такой не тиранический не то что он бы всех там э -э, бил там или кричал на всех и все вот повинуйтесь мне нет тут именно человеку это по заслугам то есть мы будем к тебе прислушиваться потому что ты обладаешь определенным знанием и кому как не к тебе идти за советом ну вот такая позиция номер один она очень положительная она говорит о том что человек готов за вас отвечать нести ответственность Вторая позиция. Какие эмоции вы сегодня вызываете у загадного человека? Королева мечей. Кого мы здесь видим? Мы здесь видим женщину, сидящую ну, на таком, можно сказать, троне, да. Но она какая? Она пожилая. Она какая-то такая несчастная эта женщина. Около нее есть какие-то там люди, да, может быть, служанки, может быть, кто-то, вот, кто является родственницами. Но сама женщина не в кругу мужчин находится, не в кругу семьи, а вот к ней вот тихонечко пытаются зайти, только подкрадываются к ней на карте. И она всегда означает некоторое одиночество, отстраненность это королева мечей. Либо то, что у вас есть соперница в любви. Особенно если гадает женщина. Соперница сразу же да, вот обозначается королевой мечей. И мы понимаем, что человек, допустим, может сегодня к вам испытывать холодные эмоции, а переключить внимание вот на какую-то женщину. А вы остаетесь, вот, получается, в одиночестве из-за этого. Также сама по себе королева мечей, если ее не идентифицировать как какого-то человека, который мешает отношениям, она показывает ну, какую-то твердость характера, храбрость, может быть, умение противостоять чему-то мнению, некоторая холодность такая, да, мстительность. Человек, у человека вы как будто бы вызываете сегодня неприятные эмоции. Он пытается вам противостоять. Он закрывает от вас свое сердце, как вот эта королева закрывает от всех свое сердце, да. Он отворачивается от вас. Он не хочет проявлять себя именно любовно. Он хочет вас поставить, может быть, на место в каком-то вопросе. Здесь нельзя сказать, что у человека теплые чувства сегодня. Нельзя сказать, что теплые эмоции. Это холодные, это злые эмоции по отношению к вам. Ну, либо переключение внимания на кого-то другого. Вот как я трактовала изначально. Четвер... Ой, третья позиция, извиняюсь. Какие эмоции вы сегодня вызываете у загадного человека? Посмотрите на эти прекрасные карты. Рыцарь Пентаклей мы здесь видим. О, парня на коне. Да? Ему сейчас по горной тропинке придется спускаться на этом коне. Да? Рыцарь, он всегда означает какую-то ну, власть и профессиональный рост, и такую деловитость основательность. И мы понимаем, что человек этот, вы у него вызываете положительные эмоции, но в то же время он хотел бы чтобы он был в отношениях главный, чтобы на него равнялись. Это пока, скорее всего, не происходит. Также карта Рыцарь Пентакли часто означает, что человек хочет заработать подушку безопасности для отношений. Например, я буду развивать отношения в серьезную сторону, когда у меня появится квартира. В то же время он заинтересован в ваших отношениях, он положительно настроен, вы ему дороги. Он хочет их развивать, он хочет быть рядом с вами. Он может не уметь ухаживать, не уметь проявлять романтические чувства, а именно доказывать, что его авторитет должен беспрекословным быть в этих отношениях, чего он пока еще не заработал, скорее всего. Но в то же время он идет к браку. Если вы уже женаты, то данный человек хочет показать вам, что он не просто рыцарь, а еще и король. Хочет дойти до короля, хочет показать свой авторитет в браке, чтобы не вы за него решали, а он сам за себя решал. Но настроен именно положительно. То есть это по-доброму, да, что-то. Не то, что он с вами воевать собрался, нет. А показывать, допустим, свой профессиональный успех. Смотри, сколько я зарабатываю. Значит, я главный. Вот. Может очень ударяться в работу. Но при этом к вам настроен исключительно хорошо. Четвертая позиция. Какие эмоции вы вызываете у загадного человека сегодня? Паш Пентаклей. Ну, вы знаете, Паш Пентаклей, он всегда... Вот посмотрите на эту карту внимательно. Тут такое некоторое, я бы сказала, удивление. Стоит стол, а на нем, ну, всякие кушанья, да, вот выставлены. И мальчишка молодой увидел, ничего себе, какое тут все такое приятное, красивое стоит, как же мне хочется это всего. Он увидел, и он удивлен. То есть вы вызываете эмоции некоторого удивления, что, допустим, красивое, умное, восхищение какое-то вызываете, сексуальный интерес – Человек как будто бы поражен вами, он смотрит, и вот как вот этот мальчик на этот стол смотрит с разными кушаниями. И вот так же этот человек смотрит на вас. Ничего себе, какая красавица, ничего себе, какая умница, как хочется с ней общаться, все время разговаривать с ней, наладить там, допустим, отношения, если что-то было испорчено. Как хочется прикоснуться, обнять, скорее, скорее быть рядом попробовать там, допустим, какие-то новшества, может быть, даже в сексуальном плане. Или просто такая еще, допустим, у вас нет еще отношений, да, а очень сильно такая заинтересованность, сексуальная такая страсть, да, человека. Вот бы попробовать вот с ней там порезвиться в кровати. Здесь идет плотское такое наслаждение именно по этой карте. То есть человек вами увлечен в физическом плане. Вот такие эмоции вы у него сексуальные сегодня вызываете. Пятая позиция. Какие эмоции вы вызываете сегодня у загадного человека? Шестерочка жезлов. Посмотрите внимательно на карту. Тут как будто бы идет толпа в ворота города, да? На конях такие победители с танцорами, с музыкантами. Может быть это делегация принца какого-нибудь, а может быть, люди с войны возвращаются, но они явно победители, явно такие гордые абсолютно люди. Когда конкуренты все поражены, были приложены усилия, и человек победил. Возможно, этот человек боролся за ваши отношения, чтобы получить ваше расположение. И вот он получил ваше расположение и убедился в чем-то. Убедился, что он дорог, что вы заинтересованы в нем. И возгордился этим. То есть какие эмоции вы у него вызываете? Чувство гордости за то, что он добился того, чего хотел в ваших отношениях от вас. Это есть ревность, но ревность со стопроцентной уверенностью, что человек главный и что человек в приоритете. То есть вы его, допустим, выбрали, а какого-то конкурента, ну, так скажем, послали, послали подальше, да, и он этим очень горд, что я получил то, что я хотел в этих отношениях. У него есть к вам заинтересованность, положительные эмоции, но в то же время он считает, что вот он именно сейчас – получает от этих отношений все, что он хочет. И что бы он ни делал, у него все будет получаться. Вы его никуда не пошлете уже теперь. Вы в его власти. И даже если он совершит какую-то ошибку, он уже этого не боится, потому что понимает, что вы, допустим, в него влюбились по уши, как он считает, и можно все. Ну, вот такая позиция номер пять. И шестая позиция. Какие эмоции вы вызываете сегодня у загадного человека? Шестерка пентаклей. Посмотрите внимательно на карту. Разговаривают двое мужчин. Они, э, ну, так скажем, кушают э, вокруг. Так слуги да, ходят там. Им на гитар... на домре играет кто-то. Вот, но они ведут беседу. Идут беседу о чем-то: один постарше, другой помладше. И тот, что помладше, заметьте: он нищий, да. То есть, когда эти люди разговаривают, богатый принял у себя более бедного человека в гостях. И поет его и кормит, и слуги тоже его обслуживают. Карта означает в первую очередь доброту какую-то, да. И когда у человека нет никаких сомнений, что все будет хорошо. То есть доверие. Вот человек, какие эмоции вы у человека сегодня вызываете? Доверие в первую очередь. Доверие, уверенность в отношениях, надежность, надежный тыл, желание сделать для вас какое-то добро, помочь вам в чем-то, ну там лампочку прикрутить, гвоздик вбить обставить квартиру, у кого как, <laughs> у кого-то лампочку хотя хотят прикрутить, кому-то хотят Мерседес подарить. Вот. Но в любом случае как, какая-то забота идет. Вы человеку дороги, вы ему нужны, он хочет вам сделать что-то очень приятное. Ну и надеюсь, в скором времени этот человек вам сделает что-то приятное. Если вы ссорились, человек очень хочет с вами помириться, наладить отношения, как-то приветить вас, что-то, опять же, для вас сделать очень хорошее оказать покровительство, продвинуть, может быть, даже по службе или что-то действительно купить. Ну, такая вот хорошая шестая позиция. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео. Понравились ли вам карты Таро «Тысяча и одной ночи», обязательно напишите. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев и до новых встреч. Всем пока!